Осторожно. Держи. Добрый день, а почему вы ездите по тротуару? А не только я езжу. Ну а почему именно вы ездите? А почему именно я, вы думаете, что я езжу? Ну потому что мы видели, как вы, почему вы нарушаете правила дорожного движения. Вот вы посмотрите здесь минут 15-20, посмотрите, вот с той стороны въезд и с этой стороны въезд. Потому что здесь все машины паркованы и нет другого въезда. Если бы вот здесь не было машин, да, вот я ехал с этой стороны. Да. Это не то, что я нарушаю, да. Все нарушают, не только я. Это не думайте, что это если РМП, это все, только мы самые нарушаем. Но вы раскаетесь, то, что вы нарушили сейчас правила? Не то, что я раскаюсь, это просто нету другого въезда. И все. Ага. Если бы вот, я не знаю, как вам объяснить, если там было закрыто, и здесь было закрыто, и здесь только была парковка, да, мы бы, вот мы паркуемся по... Вот здесь парковка вот между деревьями, да? Вот есть места, вот так. Вот смотрите, если есть ГАИ, вот паркуется машина вот так поперек, да. Все, они снимают номера, делают протоколы и все. Это не я. Вот смотрите, все...